преддверии Дня автомобилиста на бульваре Кокуй состязались самые умелые водители. В чемпионате Ивановской области по автомногоборью приняли участие автолюбители со всего региона, инструкторы и курсанты автошкол. В соревнованиях принимают участие 19 мужчин, 7 женщин и 6 юниоров. Это большое количество, в общей сложности 7 команд. Сегодня особенность заключается в соревновании в том, что фигурного вождения как такового нет, только один слалом. Связано с погодными условиями, лед, хоть и посыпали, но тем не менее. Погода действительно преподнесла автомобилистам сюрприз. Площадку, на которой соревновались участники, покрыл толстый слой льда. Как результат, плохое сцепление с дорогой, но одновременно очень яркое зрелищное состязание. Сами участники соревнований вовсе не против такого сюрприза от погоды. Настоящий мастер своего дела должен уверенно чувствовать свой автомобиль в любых условиях. Замечательная трасса. Многие нет каких условий постоянных, да, ездят на льду, а это определенный опыт и умение. То есть кто-то первый раз, потому что дороги у нас в Иваново просыпают песочком, ездим мы всю зиму все равно по асфальту. А здесь есть возможность на газу, с разворотами, на льду испытать свой профессионализм. При прохождении полосы препятствий без профессионализма никак. Стартуют участники задним ходом. Различные повороты и виражи. Чтобы совладать с автомобилем, нужна сноровка. Главное, и с этим согласны все участники, чтобы отчаянные виражи не выходили за пределы соревновательной площадки. Осторожность и внимательность – вот главные критерии безаварийной езды. Тогда водителю можно не опасаться ни гвоздя, ни жезла. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.